В здании администрации состоялось вручение ключей от новых квартир для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей. 10 юношей и девушек, достигших 18 лет, стали счастливыми обладателями собственного жилья. Поздравил с этим событием и вручил заветные ключи ребятам лично глава Ленинского городского округа Алексей Спасский. Для вашего опекуна очень важно поставить вас на лыжню, чтобы дальше вы скользили по ней, уже жизнь была там, будем считать, гладко. Но вот то самое ваше личное самостоятельное жилье, которое государство, я считаю, что это святая наша обязанность, это пусть станет вот той отправной точкой, на которой вы построите такой большой-большой свой уютный дом. Традиционно в таких случаях, кроме, собственно, ключей, администрация дарит памятные подарки. На этот раз молодые люди получили сертификаты на новые стиральные машины. После торжественной церемонии и общего фото на память новоселы отправились принимать свою новую жилплощадь. Все квартиры расположены в микрорайоне «Пригород Лесное». Квартиры все в новостройке. С площади у них 31, там 30 до 33 квадратных метров. Шикарные балконы огромные. Кому тоже как повезет, кого-то побольше, кого-то поменьше. Впервые зайдя в свою квартиру, Егор Зеленов с интересом стал осматривать помещение. Светлые стены, просторный балкон, удобный санузел. Сейчас юноша учится на втором курсе колледжа Московия и в будущем планирует стать автомехаником. Новая квартира станет отличным подспорьем для взрослой самостоятельной жизни. Я представляю, как я буду ходить по этой квартире, где я буду спать, где буду есть, где умываться, где я буду на балкон выходить. Теперь молодых людей впереди ожидают не только приятные предновогодние хлопоты, но и новоселье. Дмитрий Книг, Александр Логинов, Елена Кошелева, «Видное ТВ».